Так, 100%, но все равно вольные упражнения все-таки... Так, на Кайгулу надо всегда смотреть. Представление. Да? Кайгулу вот, Васабина на брусьях, совершенно верно. Переходит смело. А здесь немножко разбросанное. Еще вытягивайся быстрее. Еще цапай эту жердь. Держи за нее крепко. Пошли в вращение, поворот, сальто вперед, ноги брось. Ой-ой-ой-ой-ой, как она схватилась за жердь, еле-еле. Ну и вот все, и стоп. Вот здесь конкретно на маникюр. Невозможно, да, но она осталась хотя бы. Но уже страшно было, потому что следующее движение могло сорвать. Сорвало, но именно давайте разберем так, чтобы... Вот она остановилась, все равно была сбавка. Все. Вот и это выход... молодой. Ай-яй-яй, здесь это... на приземлении еще, конечно, с поворотом.